Из Франции в Россию Кристиан Ритор, обладатель 5-го дана айкидо Акикай, посещает Горно-Алтайск уже в 10-й раз. За это время он стал для наших спортсменов не только профессиональным наставником, но и хорошим другом. Ежегодно на его семинары приезжают айкидоки не только из республики, но и Новосибирска и Барнаула. Il y a des gens qui viennent d'autres villes, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt aussi dans le travail qui est fait dans le club. Вот, вы видите здесь людей, которые приехали из других городов, именно потому что у них есть интерес к тому, чтобы поработать здесь с людьми в Горно-Алтайске из этой группы. Et ici on a des gens qui sont passionnés et qui veulent étudier, c'est ça le plus important. И поэтому я должен сказать, что самое важное – это вот это желание людей научиться, страстное желание людей научиться. Также важна и дисциплина. В айкидо присутствует не только боевая, но и философская составляющая. Техники направлены на слияние с атакой противника и при направлении энергии. Главный принцип – защитить от травм не только себя, но и нападающего. Кристиан мастерски продемонстрировал основные приемы боевого искусства, отработал их со спортсменами. Каждый приезд наших учителей, которые становятся проводниками у нас от основателя айкидо, конечно, каждый год это что-то новое. 15 лет назад в Горном Алтае появилось айкидо. Первая группа из 10 человек постигала приемы японского боевого искусства. Сейчас же более 100 человек. Взрослые дети. Группы в Горно-Алтайске, Усть-Кокси, Майме. Об этапах становления говорили на пресс-конференции. За эти годы спортсмены становились неоднократными победителями и призерами соревнований. Те люди, которые занимаются айкидо в Горно-Алтайске, это одна из самых сильных групп Сибирской ассоциации по уровню, так сказать, вот, представленных. Путь гармонии и силы. Именно так айкидо переводится с японского. Появилось более 100 лет назад и сейчас находит отклик у людей. Продолжает развиваться и привлекать новых спортсменов, готовых показать себя в этом виде единоборств. Анна Скороходова, Амир Илкачинов, Алексей Кудачин. Вести. Алтай.